Сотрудники МЧС используют бензопилу для нестандартных целей. Им нужно выпилить кусок льда, чтобы замерить пласт и понять, безопасно ли находиться на замерзшей поверхности водоема. На Альметьевском водохранилище толщина составила 14 сантиметров. Как можно увидеть, вода вдоль берегов еще не застыла. Толщина льда по измерениям сотрудников МЧС составляет от 10 до 15 сантиметров, что в принципе для одного рыбака безопасно. Тем не менее, на водохранилище мы можем видеть промывы. Это потенциально опасные места для нахождения человека. Тем не менее, рыбаки собираются для рыбалки. Можно их увидеть на середине водохранилища. Некоторые покинули место рыбалки при виде сотрудников МЧС. Но уходить было не обязательно. Сотрудники МЧС только раздают памятки и рекомендуют соблюдать осторожность и правила безопасности. Первое правило сейчас – не выходить группой на лед, располагаться подальше друг от друга. Выходить можно, но опасно, не везде он. Марат Тагиров понимает, что еще рано выходить на лед, но зимняя рыбалка ему нравится даже больше, чем летняя. Поэтому он не смог отказать себе в удовольствии и пошел на риск. Уловом сегодня особо не смог похвастаться. Но сегодня двое-трое сидят. Неправильная рыба. Неправильная? Не клюет. Вот он, например, сегодня не поймал. А вы поймали что-нибудь? Да, немножко. Еще один из рыбаков утверждает, что толщина льда никакой опасности не представляет. Тут промывов нету, что? Тут же течения нет. Где течение промыло? Лед не хрустел, когда ходили? Да вы что? Я же говорю 10 сантиметров. Сотрудники МЧС рекомендуют пока не выходить на водоемы. Нужно немного повременить, дождаться настоящих морозов. На сегодняшний день сильных устойчивых морозов не было. И толщина льда фактически составляет на тех местах, где мы проводили контрольные проверки, от 12 до 14 сантиметров. Но не везде такая она. Местами рыхлые, местами есть промоины. А для тех, кто вышел на лед толщиной менее 7 сантиметров, предусмотрены штрафы от 1500 рублей. Семен Егоров, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.